Ну давай! Ну выше, ну кузнец, ну ты же накачанный, ну ты же высоко умеешь прыгать. Да, ну давай! Ты подсади, а я залезу! Опа, держись! Держись, не шевелись! Кузнец, не шевелись! Будет больно! Кузнец! Ёшкины картошки! Ну я ж тебе сказал, не шевелись! Ну стой спокойно на месте! Ну нам как-то надо забраться на какое-то дерево. Возможно, там будет вот это гнездо. Так, кузнец, давай еще раз. Держись, аккуратно, не шевелись! Кузнец! Ну не шевелись ты! Стой! Ёшки, нет, это бесполезно. Ну, нам нужны яйца, ты понимаешь? 3 яйца гордых вот этих орлов нам надо. Нам же вот этот верховный маг нам испытание дал, чтобы мы 3 яйца притащили ему. Слушай, ты хотя бы видишь одно где-то гнездо на каком-то дереве? Мы с тобой, может, заберемся на дом к Шурику, на крышу, попросим его открыть нам крышу, и с крыши попробуем рассмотреть гнезда, которые здесь есть в окрестности. А то я очень сильно сомневаюсь, что вот здесь снизу мы сможем хотя бы одно гнездо найти. Все, давай, кузнец, сюда за мной. А может, мы купим яйца в магазине и принесем ему? Ты где-то в этой жизни яйца орлов в магазине видел? Ну вот именно, если он нам дал вот это задание, значит, мы ему яйца орлов должны принести. Этот верховный маг же не тупой как-никак. Если он нам дает вот это задание, значит, для чего-то он нам его дает. Шурик вообще дома, не дома? Шурик! Ты дома? Слушай, он походу не открывает. Так, давай тогда зайдем. На второй этаж двери за собой закрываем, кузнец. Ты же вот это, ты не в лифте же родился. Так, давай за мной. Шурик! Нам вот это, нам на крышу надо подняться, Шура! Шура? Да ты догнёй, да погоняй, стоп, дай. Ой, господи, а чё вы не предупреждаете? Да вы бы хотя бы вывеску какую-то бы там на дверь бы поставили, то, что вы там душ принимаете, нам нельзя. Мы на крышу хотим подняться. Кузнец, обернись, мы ничего не видели, кузнец. Да, я там уже все увидел, но я не смотрю. Шура, мы не смотрим. Это, я просто спросить хотел кое-что. Это, ты случайно гнёзда гордо вот этих орлов не видел у нас в деревне? У тебя на голове гнездо! Ты вообще офигел, что ли? Да я-то чё? Это верховный маг нам дал такое тупое задание. Я здесь ни при чем. Ладно, Вероника, ты знаешь, где есть гнездо у нас в городе? Орлиное. Именно орлиное. Ну вы хотя бы стучитесь, когда в гости заходите. Так мы стучались? Я 5 раз вот это в дверь звонил. Ну так если мы не открываем, значит никого нет дома. Так в смысле никого дома нет? Вы же дома вот прямо сейчас находитесь. Как вас нет дома? Вы что обманываете, обманщики? Чем вы тут заняты вообще? Друг другу спинки здесь в ванне трете. Ну так если мы трем друг другу спинки, ну значит мы заняты как бы. Ой, слушай, никуда, кстати, мы сейчас с кузнецом уйдем и не будем вам мешать дальше друг другу спинки вот это тереть. Гнездо! Есть у кого-то гнездо орла или хотя бы 3 яйца в запасе? Я не знаю никакого орла! Проваливайте отсюда! Ой, все, Шурик, это ты... Закройся! Так, кузнец, на крышу! Давай, побежал, быстренько! А вам тут вот это... Вам тут хорошего дальше купания, вот, да... Я надеюсь, вам здесь удобно вдвоем в ванне? Свали уже! Все, кузнец, это Шурик... Все, продолжай мыться. Так, кузнец, не будем этих ненормальных вот это тревожить, пускай трут друг другу спинки. А мы с тобой где-то здесь гнезда постараемся сейчас найти. Ты что-то видишь, кузнец? Внимательно смотри на каждое дерево. На каждое смотри. Опа! Видишь? Вот там, спереди, желтая фигня какая-то на дереве. Может, это желтый метеорит упал на деревья? Ну, это сено, кузнец, это точно не метеорит. Так, еще что-то видишь? Смотри внимательно. Опа, там, видишь, вдалеке, ну, там, возле твоего дома, посмотри вот туда. Вот там еще что-то есть. Так, слушай, это, походу, это гнезда как раз-таки вот этих диких орлов. Я тебе предлагаю сначала вот в то гнездо отправиться. Возможно, мы там что-то сможем найти. Все, давай, кузнец, за мной спускайся. Быстренько все надо это делать. У нас немного времени осталось. Все, это, мы уходим, если что. Все, до свидания. Спасибо, что разрешили на крышу подняться.
Да чё ты орёшь, как баба, Шурик? Ну чё я там у тебя не видел? Вот это, ну, в смысле... Всё, пошли, кузнец. Орут, как ненормальные. Идём посмотрим, чё здесь на этом дереве у нас находится. Если здесь есть яйца оров, это будет самое простое задание, которое нам только мог дать вот этот верховный маг. Так, а как нам на него забраться-то, кузнец? Ну, какое-то слишком огромное. Ладно, да, ты тогда будь здесь, я постараюсь на него залезть, как какая-то мартышка-макака. Вдруг у меня получится вот так по веточкам, по листве на него как-то забраться. Ты вот там находись, если что, я буду прыгать на тебя, поэтому ты меня лови, ага. Тут главное не свалиться, главное под ноги не смотреть вот туда вниз. Я как бы знаю, то, что у нас в городе вот это деревья высокие, если свалишься, то как бы второй попытки у тебя не будет заново сюда залезть. Так, все, кузнец, я залез! Если что, я эти яйца сверху буду сбрасывать, лови зубами! Опа, так. Здравствуйте. Кузнец! Тут птица какая-то! Я не знаю, так ли орлы выглядят, или это голубь какой-то? Кузнец, как голубя выглядят, или как орлы выглядят, а? Ну, у них два крыла, они такие маленькие, и у них острый клюв! Два крыла есть, острый клюв, ну, вроде есть. Слушай, а у них есть длинный такой хвост, а на хвосте сзади какие-то шипы? Ну, таких голубей я ни разу не видел, это навряд ли. Ну, тогда в этой, извините, я, наверное, квартирой ошибся. Кузнец от я! Не трекайте! Ты где батут нашел? Ты наверх посмотри! Посмотри, какого голубя я там нашел! Ёшкины картошки! Кузнец! Бежите к городу нафиг! Я люблю коров, я птиц не люблю! Да я тоже как бы птиц не очень люблю, разве что курицы, то только что и только кушать их люблю! Так! Ёшкины картошки! Это... Шура! Ты как бы прости меня, пожалуйста, вот это... Мы случайно, нам просто надо укрытие! Мы там голубя притащили! Нас птица сожрать хочет! Какой голубь? Вот этот, который в твоем доме уже! На крышу! На крышу, ядрить ты колотить! Ну что нам так не везет там в этой жизни, я не могу понять! Но нам просто три яйца надо, просто три яйца! Мы нарвались на какого-то вот этого голубя-мутанта переросыша! Господи, я сейчас в обморок упаду. Восстание птиц-голубей-динозавров. Минуту отдышаться. Это, Шурик, минуту отдышаться, и мы уйдем отсюда, хорошо? Вы кого в мой дом привели? Да это, Шурик, да если бы мы знали, кого мы в твой дом привели, да мы сами не понимаем, кто это такой. Мы случайно к нему в гнездо туда залезли, я-то думал, то, что это испытание простенькое будет. А когда я его увидел, у меня вся жизнь перед глазами сразу же пронеслась. Так, но надо как-то спуститься, кузнец, и отправиться вот туда, ко второму гнезду, которое вот там находится, Шурик. Не хочу ничего знать, уведите его отсюда! Да я как бы это, да я как бы с радостью... Ну, как я тебе эту птицу-то уведу? Так, слушай, опа, а подожди, а может быть вот это? Кузя! Вот это настоящая гордая птица, горная прям летит. Кузя! Мы здесь на крыше, сюда, давай к нам, быстренько, давай, еще чуть-чуть, ага, молодец, здорово, Кузечка. Это, я у тебя что спросить-то хотел? Кузя, ты случайно не голоден? Ты сегодня завтракал? Не, проголодался, дракошечка мой. Вот мы тебе с кузнецом как раз-таки завтра вкусный подготовили. Посмотри, вот там снизу горная птица бегает. Я, честно, в душе не чаю, кто это такой, но ты можешь спуститься и захомячить ее. Я тебе разрешаю, Кузя, и ты нам жизнь спасешь, и мы тебя накормим. А? Как тебе такой договор? Ага, ну ему понравилось, ему 100% понравилось. Кузя, давай! Ну, конечно, Кузя всегда нас спасет с тобой, кузнец! Давай.
Давай, 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 Кузечка, у тебя получится. Давай, 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 давай! Да! Ты его кокнул! Петухозавр был убит Кузей. Петухозавр? Так это был петухозавр, а мы-то думали, это горная птица, орел какой-то. Ладно, Кузя, ты молодец, можешь улетать отсюда, давай. Так, Шурочка и Вероника, мы вам даем зуб свой, клянемся, то, что это последний раз, когда мы вас побеспокоили. Все, давай, сваливай отсюда, Кузя, давай, не будем мешать молодоженам, идите дальше, принимайте. Все, палочку бери, палочку спрячь, Шурик. Не будем вам мешать, у нас с кузнецом еще куча дел, нам надо еще 3 яйца найти. Давай, 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 кузнец быстро побежал, сейчас мы с тобой пойдем в другое гнездо. Надеюсь, то, что там никаких петухозавров не будет на этот раз. Так, кузнец, тот же самый план, надо как-то забраться в это гнездо. Есть какая-то идея? Да, давай, иди встань вот туда, иди встань туда, я тебя опять постараюсь поднять. Ты, главное, не шевелись, пожалуйста. Аккуратно. Не дрыгайся! Ну, когда я говорю не дрыгайся, это стой, не шевелись. Вот так, аккуратно. Так, получается вроде как. Нет, ни черта не получается. Так, слушай, может тогда мы запрыгнем на вот этот вот забор, а уже с этого забора перепрыгнем вот туда на дерево. Давай так. Все, давай, пошел. Ищи, как можно забраться на вот этот забор. Так, здесь нельзя, как туда перепрыгнуть? Опа. Может, вот так? Давай вот сюда, кузнец. Через фонарь залезем, и мы с тобой на заборе вот сюда. Так, вот здесь перепрыгиваем. Главное, не шандарахнись. Аккуратненько, кузнец. Стой-то! Ладно, давай тогда другая схема. Может, я просто блок... Да у меня что-то вообще сегодня не получается этой магией контролировать. Аккуратненько. Вот сюда. Да, куда? Я не знаю, как это присобачить, чтобы оно держалось. Может, вот оно падает. Так, подожди. Ага, вот и еще вот. Стой на месте! Ну все, кузнец! Сейчас точно должно получиться. Давай, перепрыгивай! У тебя все получится, да, кузнец? Опа, молодец! Все, сможешь залезть! Давай, миленький мой, туда, наверх! Горным орлам и за их яичками. Сейчас залезу, а ты защищай меня от петушных голубей. Кого? Ладно, у меня есть лук. Если что, буду защищать. Только давай ты быстрее, кузнец. Не тяни вот это кота за причиндалы, за вот эти, за как раз его, ага. Ну, пока на горизонте никаких птиц нет. И это хорошо, кузнец. Тебе там еще долго осталось? Нет, давай быстро. Нет! Я бы не сказал, что у нас с тобой огромные проблемы. Еще 2 птицы, 3 птицы. Кузнец, ты там поторопись, пожалуйста. Это, конечно, не вот эти петухозавры огромные, но они тоже не маленькие. Они меня начинают атаковать. Кузнец, тебе там долго осталось? Нет! Так, столкнули. Ладно, ничего, сейчас еще раз заберемся. Кузнец! Ну давай быстрее уже, а! Тут 4 яйца! Сколько забирать? Да все 4 забирай! Чё ты вот это тянешь быстрее? На, собака, ко мне не подлетать! Кузнец! У тебя там все хорошо! Они тебя не заклевали еще? Яйца забирай и спрыгивай! У нас нет времени, чтобы ты слазил! Давай спрыгивай! Я тебя словлю, ты не бойся, самое главное, я здесь снизу, прыгай, когда можешь. А ты меня точно словишь? Ну я постараюсь, по крайней мере, если я тебя не словлю, ты это не узнаешь, потому что, ну ты как бы кокнешься. Ну, я словлю, не переживай, кузнец, я мастер ловить людей, которые прыгают с 30-метрового дерева. Лови меня! Давай, все получится, кузнец, прыгай! И... Пап! Словил. А ты боялся, а я тебя словил. Так, быстро сюда за мной спрячемся здесь под мостом, и чтобы... Уйдите, орлы сраные. Ну, хотя бы не петухозавры вот эти. Это уже хорошо. Все, ушли отсюда. Кар. Полетели, улетели отсюда. Давайте. Кузнец,
Яйца взял? Яйца свои покажи! Ага, 4! Молодец, все. Сразу же отправляемся сюда на арену, к этому верховному магу. Он должен находиться здесь. Давай, залезай, я тебя прикрываю, если что. Я-то думал, это задание простое будет. Нас сначала петухозавр чуть не сожрал, потом 3 вот этих горных орла. Все, мы все принесли. Давай, кузнец, выкладывай ему вот эти яйца на бочку. Там даже 4 штуки, вы просили 3, мы вам 4 притащили. Не благодарите. Вы огромные молодцы, справились с моей просьбой. Ну а сейчас перейдем к настоящему испытанию. В смысле, к настоящему испытанию? А это сейчас что было, не испытание? А, так это моя жена послала меня в магазин за продуктами, а мне лень было идти, вот вы мне и помогли. Тебя жена в магаз за яйцами послала, а ты нас послал украсть яйца гордых орлов? Ну ты кокнутый или что, я не могу понять. Кузнец, спрячь топор, он нам еще пригодится, спрячь топор. Ты в магаз за куриными яйцами не мог сгонять или нас хотя бы послать? Зачем тебе орлиной? Господи помилуй. И что, это даже не испытание было? Пройдемте за мной. Целую серию рискуем жизнью, чтобы ты яичницу дома пожрал, да, получается? Вот мне интересно, а что за настоящее тогда испытание будет? А что ты нам сейчас тогда приготовил? А может, мы сейчас молоко в озере искать будем? Ага, вот именно, что сейчас мы будем делать дальше? Сегодня у вас сложный и опасный противник. Разрешите представить, легендарная и неповторимая медуза Горгона. Кого? Медуза Горгона? Ты чё сейчас ляпнул? Это же вот эта кузнец, у которой вроде вместо волос змеи. Ты уверен, что именно она сегодня будет нашим противником? Ну, хорошего вам поединка, земля вам пуховик. Кузнец! Вула! Сейчас у нас тут будет змеиный шашлычок! Не-не-не-не-не-не, кузнец! Ты же не знаешь, на что она способна! Кузнец? Кузнец? Ты меня слышишь?